куда-то выходит. А, там просто куда-то. О, тут еще есть. Радист. Даже да я, Жень. Первый пойду. А, ну вот смотри. А там? Это вот как раз там. Ну, это как раз вот туда выходит. Пошли, там вот еще есть лестница. Там походу. Радист кто-то. Подожди, а мы что, отсюда пришли? А, ну да, отсюда. А есть еще вот тут. Слушай, она прям вообще такая. Как тут с чемоданом поднимаемся. Пятая. А, 500. Вот здесь мы с тобой что-то ходили. А, ну это, по-моему, наши уже, да? Нет, точно не наши. А, вот план, смотри. План, все, план, смотри. Подожди. Так что изучим. Подожди. Ну. Слушай, тут вниз есть. А, ну вот он проходил, вот тут есть вниз. Слушай, как тут с чемоданом поднимаются. Офигеть. Слушай, там лестница какая-то еще есть, наверное. А, нет, она закрыта. Подожди, сейчас посмотрим. А, ну вот мы оттуда вышли. Вот это там. Пошли сюда. Есть лестница вниз. Ты куда? А? А, тут туалет есть, кстати. А, ну это же наш ресторан. Ну да. А вот за солярий. Пошли в другой, я знаю, еще одно место. Подожди, а мы что? Нет, это другой ресторан. Это еще выше. Ба, тут тоже сиденье есть. Там что есть? Нос есть? Ого. Вот здесь просто есть сиденье. А, подожди, а где я была? А, ну здесь тоже нос. Подожди, а я же видела вроде стену. А. Нос, да. Видишь, какая надпись бывает? Тут у них кафе, которые люксовские. Вот, тут смотри. Ну, здесь ветер, а здесь смотри. Как классно. Сюда вот лежат. Перенесется. А там вот как раз капитанская будка. Капитан как раз там. Спасибо.
поднос с двумя чайниками, и это все стоило 5 копеек. То есть очень демократичный чайник. Ну а почему в 5 утра открывались чайные, а кабаки и трактиры попозже, я думаю, вы догадались. А вот это называется сичкарня. А мы здесь сичкарня сказал. Ты слышишь? Мне? Сейчас. Вы закроете? Да. Или я закрою? Давайте. Спасибо. Туда приходил чай. Акация была своего рода перевалочным пунктом между Китаем и Россией. Сюда приходил не только чай. Посмотрите, вот один из блюдов несет на себе еще и тончайший китайский шелк. Натуральные шелка, атлас, бархат, парча. Все это приходило оттуда, из Китая. Кроме того, специи, китайский имбирь, китайская звездчатка или китайский анис, шафран. Сегодня 1 килограмм шафрана стоит 1000 евро. Вот эти все специи, пряности, они исключительно, их родина является Китай. Приходила и бумага грубая, приходили, посмотрите, красивейшие тонкостенные фарфоровые чашечки, да, фаянс, пиалушки. На татарском языке пиала переводится как щен аяк. Да? Две версии есть. Почему так называется? Щен – это чайна, по-английски, то есть Китай. Аяк – это ножка, китайская ножка. Посмотрите, специально ножка из пиалы, за которую можно держаться снизу, чтобы пальчики свои не ошпарить, да? Не обжечь. Вот таким образом китайская ножка. А есть еще вторая версия. Щен аяк по-татарски еще переводится как китайская сторона. То есть все это приходило, конечно, из Китая. И вот в 18 веке французы, не только к нам, не только в Россию, но и в западные страны верблюды приносили. Все, у них там свои были перевалочные базы. Приносили чай на горбах в другие страны. Есть целая китайская зона, да, условно говоря. Да. То есть это пагоды строились, значит, в виде беседок, вот, значит, скверы и парки, привыкающие к домам, особнякам строились. Сегодня мы знаем с вами, значит, построенные в 18 веке в местечке Ораниенбаум, китайский дворец, да, в котором жила некоторое время Екатерина II. То есть вот это тот самый стиль, который пришел в 18 веке. Это чайные столики с табуретками, это новодел в виде кресла, трон китайских императоров, это курильные аппараты темно-коричневые, которые курили благовония всевозможные, фимиам источали, да, из восточных порошковых трав. Ну и, конечно, вот все это приходило в Кьяпту. Татары называли это место столицей, значит, мекка чая, а русские его называли столицей миллионеров. Потому что, посмотрите, здесь уже несколько десятков подвод с лошадьми, здесь проходила расторможка, дальше верблюды не шли. И вот посмотрите тот путь, который они проделывали до Кьяпты. От Пекина, а вот темно-красный, это карта 19 века, темно-красный, это место сбора чая, это провинции Юньнань и Сычуань. Верблюды же шли от Пекина через Урду и останавливались вот здесь, на самой границе Монголии с Бурятией. Вот это расстояние верблюды проходили за 9-12 месяцев. Но был еще путь. Но тут, конечно, еще минусы этого долгого пути. Это пыльные бури, это разбойники, которые могли полностью всех поубивать и ограбить эти караваны. Но был быстрый путь, который придумали англичане и американцы. Англичане подсмотрели у американцев форму судна. Не сохранились, которые рассказывают нам о том, попробовал ли первый русский царь Николай Федорович Романов. Красиво. Находимся мы в музее чая в Казанском. Красота какая. Красиво. Вот отделы, и так далее.
инфекциозной болезни использовали чай в качестве фильма. И вот хочу сказать, что Алексей Михайлович молодой, 20-летний царь, а Алексей Михайлович Тишайший, да, он попробовал этот чай 20-летний врача, традиционного немца, который взял грех на душу, как говорится, попробовал сам его исцелиться от целостной болезни. И попробовал еще в смысле Китай Бога наставил на путь истинный и молодой царя. Все сможет избавиться от головной боли. И вот болезнь горя. И он не своим почему а хочет, что ходит сегодня, то благодаря этому чаю. Человек получает новое название. Аптечность. И будущее. Ну, а в конце 18 века, в 70-е годы, изобретается индусская машина. Пить чай, пили они его много, по 15-20 чашек. Если помните, когда пироги до курники до калачи с булками и плюшками, то татары с кем торговали, то они и покупали. То есть колониальный экзотический товар. Это могли быть и пахлава, восточные сладости всевозможные, и халва, и пастила. Это могли быть сухофрукты, да, орех курага. И финики. Финики вот здесь у нас представлены. Посмотрите, до революции было 16 магазинов в нашем городе. Покупали финики исключительно тем уже зарабатывали в последний момент в следующую году, чтобы их фарфоровая посуда не треснула. В 18 веке герцогиня Бетфордская предлагает пить чай D5 o'clock, то есть 5 часов вечера, полуденный чай. Почему так? А потому что 12 часов ланч, 7-8 вечера обед. Или ужин, да, по-другому, там очень хорошо кушали иностранцы. А вот этот весь день как-то надо было протолкнуть. А на учащий желудок у тебя никакого интереса ни общаться, ни музицировать нет. Поэтому собирала общество у себя во дворце в 5 часов вечера. И вот приятная беседа, да, как говорится, и вкусный чай со сливками, с булочкой или с круассаном. Ну и бульотки появились именно на Западе. У нас самовары были, а бульотки... Вот видите, очень удобно так поворачиваешь немножко и кипяток льется в чашку. От слова «жубойл» – кипятить. Здесь подогревалось все это спиртовочкой. Вот такие бульонки. Здесь можно тоже сесть и с бульоночкой сфотографироваться на память, кто хочет. И, конечно, несколько слов буквально надо замолвить о сэре Томасе Липтоне, который шотландец был по происхождению, но уже к 40 годам прекрасно понял, что колониальная страна Индия, которая находится в городе, значит, которая управлялась Англией, можно выращивать свой чай. И вот цейлонский чай доставляется в порты дальнего следования и цивики, то есть коробки желто-серые, на них крупными буквами красными написано Липтон, да? Вот это была такая реклама. Понятно, что когда выгружали эти цивики в портах, то все бежали к Липтону еще покупать чай, потому что крупные буквы видны издалека на коробках. К тому же много у него было всяких пиар-ходов. В частности, вот эти золоченые упаковочки с чаем Липтон, они были видны с любой полки, на какую ни положите, золотистый приятный цвет, отражающийся в них издалека виден. Можно приобретать этот чай по гибким ценам в магазинах. Ну и последнее, что здесь показываю вам у нас в купеческом зале, это стекло. 3000 лет назад люди уже знали стекло. Не думайте, что 100 лет назад, 3000 лет назад. Это стекло привезено из южной провинции бывшей Римской империи. Сегодня это Турция, Греция, вот из этих стран. Большое количество пузырьков в голубом и в зеленоватом стекле говорит о том, что стекольная промышленность еще только проходила этап своего становления. Ну а темно-зеленое, темно-желтое стекло – это из Персии привезено из Сирии. Но уже в те времена люди могли не только красиво украшать стеклянные изделия, да, узорами, оформлением, орнаментом, но еще и выдувать свою трубочкой стекло, в котором могли перевозить и кондитерские изделия типа мака, и химические опасные вещества, и, наверное, какие-то эфирные масла, которые женщины умасывали свои, умащивали свои тела. Мы с вами переходим еще раз в этот зальчик. Ой, извините, пожалуйста. Сегодня выращиваем чай террасным способом.
такой. Вот такой. Вот такой, да. Вместе 250. Да, все. 4. Ну, эту упаковку. Скажите, я бы хотела таких упаковок. Вот здесь. Листы, чак-чак, да? Это подарок. Что-нибудь еще национальное сейчас? Национальное? Вот, вот что там за коробочек белый? Это Хайран. Ой, Рахат Луком, фирма Хайран. Рахат Луком. Ну, давайте вот одну коробочку еще. И какой-нибудь замечательный чай. Чай есть татарский. Из Сагарделя. И буду зажить еще копченый чай. Давайте все по-разному. Все по-разному? Да, все по-разному. Немножко, да. Мне там дайте 4 раза Давайте душицы и дайте, ага, вот это, да. Где сколько стоит они? 250, они все. Давайте еще подарочек. А это что такое здесь у нас? Мятый. Есть чай? Мятый татарский. Татарский, есть, да, вон составить.